Всем привет, друзья! Это будни The Isle Legacy, часть 5. Ну и, собственно, хочется выразить сразу огромную благодарность за предоставленную возможность съемки сервер Age of Dina. Сразу я извинюсь, ребята, перед вами, если кого-то в данном ролике я случайно укусил или скушал. Простите, что я прервал ваше хорошее времяпрепровождение и лайтовое выживание. А первый у нас на очереди — Терезинозавр, который спокойно сидел на озере Близнецах и чуть ему не прервали его жизнь. Вкусная пати дилочек, которыми я очень хотел перекусить на ВВ. Что из этого вышло? Ну, давайте посмотрим. Как они четко втроем легли рядом друг с другом. На очереди у нас Дилка, которая меня очень долго мучила с момента моего спавна. Ну, собственно, наверное, я ее все-таки отмучил. Thank you.
Ну и напоследок, раненая Гига, которая сидела рядом с трупом, я просто, ну, не очень был голоден, но хотел покушать. Она не хотела отдавать труп, поэтому... Сори, что так вышло. Да, жаль, конечно, что ты была ранена. Я бы, конечно, помутузился с тобой, если бы ты был в полном расцвете сил. Ну, если хочешь попасть в наши ролики, жду тебя на сервере Age of Dina. Ссылочки в описании. И огромная благодарность всем нашим спонсорам на канале за вашу финансовую поддержку. Спасибо, друзья.